Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хорошая погода, и я решила это видео снять на улице. Сейчас я вам покажу упражнение, благодаря которому мои ученики легко и просто запоминают предлоги места. Показывать буду медленно. Одну руку мы сжимаем в кулачок, это как бы предмет, а вторая рука – это то, где будет находиться этот предмет. Он на стене, он на столе, in в коробке, next to рядом, under под, between между. Старайтесь между, чтобы у вас рука в кулачке была между рукой и вами. Above над, on the left слева, on the right справа, in front of впереди, behind. On in, next to under between, above on the left, on the right, in front of, behind. Даже если ребенок забывает какое-либо слово, какой-либо предлог, я ему показываю движение рукой, и он очень быстро его вспоминает. Это упражнение я подсмотрела на уроках немецкого языка у Авериной Елены Дмитриевны и решила применить его на свои уроки английского языка. Надеюсь, это упражнение вам тоже будет полезно. Спасибо за внимание!